Здравствуйте, с вами компания «Электромотор». Предлагаем вашему вниманию комнатный термостат торговой марки Siemens для фан-койлов. Это модель Siemens RAB11. Комнатный термостат предназначен для работы с вентиляторами двухтрубными. Также может регулировать скорость трехскоростных вентиляторов с помощью специальных переключателей, тумблеров, которые расположены на передней панели. Вот так вот выглядит сам этот комнатный терморегулятор. Здесь у нас имеется два тумблера по отоплению и по вентилятору вот трехскоростной, то есть имеется три скорости. И также по отоплению можем охлаждение, отопление работает. Для того, чтобы задать параметры по температуре, есть специальный механический регулятор, которым вы выставляете градусы от 10 до 30. Он идет механический, этот комнатный терморегулятор. Устанавливается на стену, на стенного крепежа. Есть специальное штатное место для него, которое крепится. Он входит в комплект поставки. Вот такое вот штатное место крепится специальными крепежами, которые также идут в комплект поставки. Для того, чтобы заказать комнатный терморегулятор для фан-койлов, обращайтесь в нашу компанию по телефончику 044-530-38. Надежда, а как цены у нас? Цены мы устанавливаем максимально низкие, но если вдруг вы нашли ниже, обязательно говорите нам об этом, сделаем еще ниже.